Привет, ребят, девчат. Сейчас по подарочкам пройдемся. С Рождеством еще разок. Ну, обычно вот эти вот кладутся в носок. У каждого человека здесь носок. И, значит, перед подарками можно... Рассмотром основных подарков можно в носок. Сюрпризы всегда обычно. Вот, я получил сюрприз. Очень классная рубашка. Лесли купила. Ну, это футболочка. Adidas FCC меняет на Adidas. И лого они поменяли. Я не очень любитель лого менять, но это лучше, чем старое. Так я немножко успокоился, потому что читать очень, очень хорошо. И хорошие цвета, в общем, все классно. Мне нравится. Вот, скоро сезон открывается. Потом рубашечка Эдди Бауэр. Тоже классно, классно. Я очень люблю. Вот тоже сюрприз, носочки. Очень душевные такие, хорошие. Шотландская тематика. Ну, в носках вот Beef Jerky. Камера уже была, так сказать, на Крисмас. Ну, из-за этого я ее тестирую до сих пор. Если что-то не то, у меня еще 2 недели есть вернуть. Но это мой Крисмас подарок. Потом там орешки еще какие-то. И вот этот классный ножичек. И итальянский. Mazarin. Классно. Очень доволен всем. Вам... успешного Нового года. Скоро увидимся и услышимся. До свидания.